Светлана Горшкова – человек, который является соратником и самым большим другом нашего Сергея. Да. Палить не будем. Кого? Палить? Палить не будем. Да. А, Свет, ну, как кому, как не тебе знать все, скажем, связанные с выходом альбома и написанием песен, трудности, проблемы, счастье, эйфории и так далее. А, мне кажется, вот самое время настало тебе пожелать твоему соратнику и спутнику все-таки какие-то добрые, дружеские пожелания. Да, я, конечно, ему желаю успехов творческих, я его поддерживаю во всем. Очень люблю, ценю. Это все. Нет, давай пожелаем что-нибудь, чтобы он получил от своего альбома, который он так долго делал. Я думаю, это первый альбом, и будет еще много альбомов, и буду еще много-много желать. Я ему желаю дома это все. Да, друзья, это не для камеры. У нас 6 миллиардов зрителей Ютуба это все услышат. Давай с тобой поболтаем на тему вообще музыкальных стилей и направлений. То есть вот в каком стиле ты считаешь, у него все-таки больше получается лучше что-то, а что-то хуже? Вот его, скажем, такое истинное направление. Ну, дворовый шансон. Дворовой, точнее, да? Да, дворовой шансон. Такой, как он сейчас поет. А ты пишешь слова какие-нибудь в песне? Нет. Я не пишу, но я иногда могу подсказать. Мне кажется, тебе уже пора задуматься об этом. Это очень удобно. Раз событие какое-то произошло, маленькая история, раз написала, Сережа написал музыку, вышел второй альбом. Да. О семейных ценностях, например. А? Я говорю, о семейных ценностях, например. Да-да, напишем обязательно. Буду работать над этим. Друзья мои, спутница и, естественно, не будем палить, но супруга Сергея Горшкова, он же Сергей Родня, Светлана Горшкова. Да.